безпечні шляхи, смертність на дорогах від ДТП. Хто відповість і що з цим робити? Телемарафон на ОБОС ТВ. Нашій студії, і про сьогоднішньому марафоні ми обговоримо ще одну досить серйозну проблему. Одну з найголовніших причин смертельних ДТП – це керування в стані алкогольного сп'яніння. І цього року 643 аварії з постраждалими сталися саме через те, що водії керували транспортними засобами в нетверезому стані. Такі ДТП, вони забрали життя 54 людей. Майже 900 зазнали травм. Для прикладу, в столиці було зафіксовано 53 п'яних ДТП, у яких травми отримали 72 людини. І загалом, за інформацією Держдепартаменту патрульної поліції Національної поліції України, за рік після збільшення розміру штрафів за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння кількість ДТП за участю п'яних водіїв зменшилася на 40%. І за рік на території України зареєстровано майже 6 тисяч ДТП таких з водіями у стані алкогольного сп'яніння. І саме про це ми сьогодні поговоримо з представником громадської ініціативи «Підбуль Київ» Олексієм Павловським. Вітаю вас в нашій студії. Спочатку я пропоную подивитися сюжет, в якому стані українські водії інколи сідають за кермо, а далі повернутися до початку нашої розмови. Я не знаю, де буде встановлено. Ми приїхали ребенку купити ігрушку. У мене у ребенка сьогодні день рождения. Під'їхала поліція, ми остановились, вийшли з машини. Я говорю, сейчас подъедет водитель, заберет машину. Полиция говорит, вы там выпившие. Я взял, открыл бутылку пива и выпил ее публично. У 10-го мы вас остановили, и вот стоим до сих пор. С 10 часов вечера мы здесь стоим? С 9:30 утра, я говорю. А чего мы здесь стоим вообще? У вас был запах алкоголя с полости рта, и это вот есть признаком алкогольного опьянения. У меня горло болит, я пшикаю. Ну а почему вы отказались пройти тест на алкоголь? Я не считаю нужным. Ну вот, все, мы составили протокол по отказу. Мне валидолом звездочкой не надо мазать, если мне звездочкой мазать не надо виски, если вам что-то показалось. Дмитрий Константинович, вот Минздрав. Да мне на ваше МВД я его не придумал. Ну, знаешь. Причем здесь МВД? Я, знаешь, там без уважения отношусь к вашему МВД или УВД. Мы выехали с нормы, покушали, приехали сюда ребенку за игрушкой. Вы приехали за нами на стоянку, пропарили нам мозги. Ты, брат, фиксируешь, да? Конечно. Смотри, вы пропарили нам мозги 2 часа. У нас было 2 бутылки пива. Ну, сколько уже времени прошло? 3 часа. 16 апреля 2017 года, улица Кучика, 5. Словили водителя нетрезвого, отказывается от того, что был за рулем. Мужчина, пару слов, пожалуйста, кто вы, что случилось? Я ехал у нас так. На водительском. Скажи, короче. Девушка, супруг ваш был за рулем? Нет. Ваша машина? Моя машина, она была за рулем. Ну, полиция говорит, что видео есть, как вы выходили за водительское место. Да. Девушка, вы понимаете, что она вас убьет в перспективе? Так, водитель оказывает ожесточенное сопротивление. У девушки нельзя. Девушка, не мешайте, пожалуйста, полицейским. Отойдите, пожалуйста. Пожалуйста, отойдите немножко. Ну, кстати. Ну, ребята мне предложили денег. Извини. Надо было предложить. Так, девушка обвиняет в нападении сотрудников патрульной полиции. На каком основании? Давайте я вам поясню. Я вам повторю, чему его забрал. Девушка, действия сотрудников патрульной полиции абсолютно правомерны. Олексій, ось дивіться, ми переглянули відео, воно насправді жахливо, тому що бачимо, в якому стані вони дозволяють водії сідати собі за кермо. І ваша ініціатива, вона виникла не на порожньому місці. От розкажіть, як ви співпрацюєте з поліцією, з чого все почалося взагалі, і далі продовжимо. Ну, на самом деле, все, инициатива зародилась непросто. У меня погиб друг, он стоял на обочине и разговаривал по мобильному телефону. И в его автомобиль въехала Audi на скорости 220 км в час. Друг погиб, он был с пассажиром. Пассажир получил очень тяжелые травмы.
там перелом позвоночника, если не ошибаюсь, там ребра. И мы с друзьями начали объединяться с автолюбителями, чтобы там бороться с этими людьми, которые выпивают и садятся за руль. Начали выезжать там сначала 3-4 автомобиля ночью покататься по городу, подъезжая под ночные клубы. И мы начали замечать, что на самом деле после 3 часов ночи каждый третий водитель, который приехал на машине, он выходит только уже под алкогольным воздействием и садится за руль и уезжает домой. К сожалению, это и автолюбители, и людей, которые активистов, начало это действительно затрагивать, да, и они увидели большую проблему, что у нас существует в стране, что люди неответственно относятся к алкоголю и вождению за рулем. И таким методом мы начали разрастаться и брать такую инициативу в свои руки, и у нас все больше и больше, и начали вот так вот. Зараз не тільки в Києві, по всій Україні ви, так би мовити, працюєте? Да, більше, ніж в 5 городах більших. І це щотижневі рейди? Чи... От я бачила на сторінці у вас Facebook оголошення, там сьогодні планується рейд, там, чи завчасно ви це публікуєте? Да, редактори сидять, публікують, там, допустим, в Києві кожну п'ятницю проходять, да, там, в Одесі, там, кожну суботу, в Харкові. Ну, как организаторам удобнее, как они там по времени планируют, потому что это все на гражданских началах, и здесь нужно совмещать и работу, и какие-то домашние потребности, и вот активную, проявлять активную свою позицию. Ви проводите інструктаж перед виїздом, так би мовити, і там також на відео є представники поліції. Як ви саме з ними контактуєте? Очень просто, на самом деле, потому что полиция идет к нам навстречу, она взаимодействует на хорошем уровне, потому что она видит, что действительно есть активные люди, которые готовы бороться вот, непосредственно с пьянством за рулем, непосредственно там, с правилами дорожного движения, со злостными нарушителями. И как бы они увидели результат, что мы выезжаем не просто так покататься, там, посмотреть на людей, которые там отдыхают, да, в ночных заведениях. Они увидели, что мы там за ночь в среднем с нашей помощью там по 8 протоколов выписываются. Мы подъезжаем под ночное заведение, стоим, общаемся. Если человек выходит с ночного клуба, и мы видим, что он там под воздействием алкогольного либо наркотического опьянения и двигается в направлении парковки и садится за руль, мы сразу заблаговременно, у нас там есть оперативный чат с полицией, проводим перекличку, кто работает непосредственно в этом районе. Да, и мы сообщаем патрульному полицейскому, что вот наше предположение, что этот человек под воздействием алкоголя сел за руль и двигается в таком-то направлении. Патрульная нашу информацию проверяет, потому что это звернення громадян является, и зачастую оно подтверждается. А чи були випадки, коли, наприклад, поліція не приїжджала на ваші виклики? Нет, не было. К счастью, не было. Всегда взаимодействие очень хорошо, и полиция очень быстро реагирует на наши как бы повідомлення. І от ви говорили, в середньому це 8 протоколів складається за ніч на таких водіїв. А скільки, от, наприклад, в Києві максимально у вас була кількість активістів, які готові от працювати? Ну, в среднем не 8 протоколов, в среднем это 30-40%. Допустим, вот за предыдущую пятницу, за предыдущий рейд в Киеве было выписано там 24 протокола, если не ошибаюсь. С нашей помощью было там выписано 7. Рекорд был в прошлом году, в Киеве выписали за смену с пятницы на субботу 64 протокола за вождение в нетрезвом виде, с нашей помощью там около 30. Это было свято якесь? Да, если не ошибаюсь, это был или День независимости, или что-нибудь вот такого, да. И активистов сколько приезжает, ну, это в зависимости от погодных условий, в зависимости от выходных, от праздничных дней. Максимум у нас было там порядка, наверное, 100 человек. Вот, приехало на рейд, да, порядка... Это 5... за одну ночь? Да, за одну ночь. На инструктаж приехало там порядка 50 автомобилей, они все со штурманом. Ну, в среднем это 100-110 человек было вот максимум у нас. А что треба, чтобы быть активистом вот, под буль Киев, там, в Украине взагалі? Ну, это нужно, во-первых, держать какую-то правильную жизненную позицию. Мы рады для всех людей, для всех активистов, для неактивистов, просто людей, которые там хотят бороться с пьянством за рулем. Мы не закрыты от общества, мы показываем все ролики, мы рассказываем, как у нас проходит взаимодействие с полицией, как мы находимся там под ночными клубами, как мы там патрулируем город, да, и... Много, достаточно много девушек у нас есть, так что здесь у нас нету каких-то там... Саме дівчат-водіїв чи штурманів? Да, и девушек, и водители, как и штурманов, и всегда там мужья берут своих жен, и как бы они так...
По-семейному. Да, по-семейному проводят. Ну, достаточно интересно, и много водителей, которых с нашей помощью останавливают, больше 50%, я бы сказал, они поддерживают нашу инициативу. Они на самом деле понимают, что они совершили глупость на пьяную голову, да, сели за руль, и они сами... И были такие случаи, что водители, которых мы останавливали, они были пьяные, им выписывали протоколы, ну, там, через некоторое время они приезжали к нам же на рейд и боролись с такими людьми. А от серед оцих, чи є якась, можливо, статистика, серед таких водіїв кого більше? Ну, чоловіків чи жінок? Жінки сідають п'яні за кермо? К сожалению, да. І я, коли це бачу, мене так немножко как-то очень задевает. Потому что девушки во всех планах, они больше ответственны, чем мужчины. Они и в работе, и в семье, и дома, они вообще везде ответственны. И когда девушка садится за руль еще в нетрезвом состоянии, а зачастую девушки, они не так хорошо водят, как мужчины, и... зачастую происходят какие-то там маленькие ДТП на парковках, не выезжают. И когда их останавливаются, они действительно со слезами на глазах раскаиваются, что совершила глупость, села за руль, ну не подумал, больше так не буду, там просят прощения и так дальше. И когда на это смотришь, действительно становится жалко. Но, к счастью, закон один для всех и несут ответственность все. Ну, можливо, кто-то просто грає гарно на публику ще. Может быть, да. Ви не відслідковуєте потім, можливо, немає такої можливості, що відбувається. Склали протокол і там дійсно покарали цього водія чи ні? Ну, я скажу, що судебна система у нас требує реформ сильних. И не все, наверное, несут наказание, потому что были такие случаи, что там через месяц какой-то парень, который задувался там в драгер больше 2,5 промиль, приезжал и под ночное заведение, где мы его там, где его останавливала полиция, где наши активисты были, показывал права и говорил, что, ребят, ваш, то, что вы там занимаетесь, это правильно, но вы понимаете, что у нас в стране это можно решить за какое-то там энное количество. А чи були у вас в досвіді якісь непрості водії, типу там, ну, депутати, не депутати такого плану, які... Как правило, выходят сухими из воды. Ну, много людей на люксовых автомобилях. Это там ночное заведение в центре Киева. Это достаточно дорогие заведения, там, где, так сказать, высший класс общества отдыхает. И явно так мы не сталкивались ни с какими там депутатами народными и так дальше. Но люксовые автомобили мы останавливали, полиция останавливала и кортежи там автомобилей с охраной, который там водителю явно был под воздействием алкоголя. Ну, как бы были такие случаи. Ну, чи вони перед вами вони їх не відпускають, якби? Ні, вони ніколи не... От що хорошо патрульна поліція? Їх навіть не потрібно сравнювати з ГАІ, тому що патрульна поліція, хоч ти покажеш мандат, хоч ти покажеш удостоверення міністра якогось, ти завжди будеш нести наказання. Що далі буде відбуватися в судах, це вже другий вопрос. Але коли зупиняє патрульна поліція, і ти не хочеш там показувати документи, або починаєш показувати свої юридичні навики з Ютуба, да, що причина зупинки, поліція достатньо спокійно реагує на це, да, і дуже правильно працює. Ну, попередній гість у нас сказав, що він майже не бачить поліції на вулицях і в цьому проблема. Ви з нею працюєте напряму з поліцією. От які ваші аргументи? Є поліція на вулицях? Да, есть, но, к сожалению, не так много, как бы хотелось. Это реформа, это одна из масштабных реформ в Украине, и это процесс, в первую очередь. Эта реформа не происходит за день, это затрачиваются большие средства, большая поддержка иностранных партнеров, да, и как бы это процесс, который должен идти. К сожалению, сейчас я в Киеве точно не могу сказать, сколько там выезжает патрулей на смену, но... Достаточно пока что. Но, конечно, бы хотелось, чтобы их было больше, чтобы человек чувствовал себя безопаснее, и он знал, что там в течение 5 минут к нему может приехать патрульная полиция и решить его какой-то конфликт или какой-то вопрос. От в мене були випадки у знайомих, як до поліції до них добиралася годину на одному з районів Києва. Ну, 5-7 викликів, і вона приїхала через годину. Правильно. Смотрите, я понимаю, много таких случаев я слышал, но, допустим, если взять 300 экипажей патрульной полиции, да, там порядка 600 человек будет выезжать на город, смотрите, патрульная полиция охватывает какие уголовные какие-то дела, там, кражи, семейные разборки, там, я не знаю, там, украли телефон в метро, и все. И плюс к этому еще дорожное движение. ДТП, там, нарушение там, каких-то правил дорожного движения и так дальше. Понимаете? И этот весь спектр легла на патрульную полицию. К счастью, сейчас запустилась уже дорожно-патрульная полиция, которая работает на так называемых трассах. Да? И она уже как бы у нее больше... Она и работает и по всем вызовам, но у нее больше акцент на дорогу. Да? Она, да, смотрит там...
на правила дорожного движения. К сожалению, сейчас не фиксируется скорость дорожного движения, но я думаю, что министр внутренних дел, он сейчас этим займется, потому что это действительно проблема, и нарушения, зачастую смертность на дорогах, ДТП, которые происходят, это из-за превышения скорости. Пьянство за рулем, это действительно тоже критический такой момент, но в основном это превышение скорости. Если люди будут додерживаться там правил дорожного движения в скоростном режиме, и ДТП будет меньше, и люди как-то будут чувствовать себя на дороге безопаснее. Потому что когда помимо патрульного проезжает какой-то человек, так называемых, молодой человек, да, на быстрой машине проезжает там 200 км в час, и патрульная полиция ничего ему не может сделать, потому что не может доказать, не может зафиксировать ничего. Но я считаю, это наглость. А такие факты есть, присутствуют, есть уйма видео в интернете, которое зафиксировано было там и активистами, и самими патрульными. Так что здесь нужно реформировать, ждать и поддерживать. У нас ми говорили про те, що деякі водії розкаюються, так би мовити. В нас є відео, наче підготували журналісти, саму думку водіїв, як вони відносяться до п'яних за кермом. Прошу вивести. З кожним возвищенням штрафів для алкогольного, наркотичного стану, воно нічому не поміняється. Тому що всі, як п'яні, як їздили, так вони і безнаказано їздять. Чим більші штрафи, чим наче вони ще більше починають пити, їздити, випивши наркотичному стані. Це нічого не змінить ваші возвищення. Просто потрібно карати. Зловили п'яного, лишення пожизненне. Тому що других варіантів немає. Або там, пускай півроку, пускай посидить за свою п'яну, за своє відношення, за рулем до алкоголю чи наркотичного стану. Зовсім недавно був випадок, який взагалі мене поставив в тупік. П'яний виїхав із другорядної дороги переді мною і заглох. Автомобіль заглох, тому що п'яний не справився з керуванням. І я спас ситуацію тільки за рахунок того, що тормозив до останнього моменту і в цей час вивернув руль вправо. І в'їхав на другорядну дорогу, а не вдарив. Іначе там просто було б дуже серйозне ДТП. Це було у нас на Сокарках. П'яні у нас на дорогах – це дуже велика біда. І без втручання, без певних законів, так, ми з цим нічого не зробимо. От про те, що сказали і водії, перейдемо саме до штрафів. Вони і попередня статистика, яку я озвучувала, нібито поліція говорить, що за цей рік кількість водіння за кермом в нетверезому стані зменшилася на 40%. Це пов'язує зі штрафами, які у нас виросли. Зараз 10 тисяч гривень за водіння, за перше, як затримання, за те, що так зловили. Далі йде воно, мене є. Якщо вчинені вперше протягом року 10-200 з позбавленням права, на рік це одразу ж позбавляють, забирають права. Якщо ці дії вчинені повторно вдруге протягом року, це штраф уже 20 400 гривень і на 3 роки забирають водійське посвідчення. Далі, якщо особа вже двічі протягом року притягується до відповідальності за подібні дії, це штраф 40 800 гривень з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до 10 років. І це не зупиняє їх. От що тут робити? Іначе в Україні криза, в українського населення немає грошей. Согласен. Смотрите, народний депутат Мустафа Найєм ввел законопроект пункти трезвості, которые будут, есть в странах Европы, уже такая практика, и достаточно она эффективная, там, где будут находиться патрульные полицейские вместе с общественностью, вместе со СМИ, по дорогам, которые там ведут с ночных заведений, и останавливать выборочно автомобили и проверять водителя на состояние алкогольного опьянения. Я считаю, что это самый лучший будет инструмент для борьбы с пьянством за рулем. Никакие штрафы, никакие там лишения прав не влияют на людей, на водителей радикально, как мы это видим сейчас. И то, это же уменьшилась там, статистика по пьянке за рулем. Почему? Потому что патрульная полиция не может останавливать, не нарушая, если водитель не нарушает правила дорожного движения. Понимаете, вот как мы зачастую останавливаются водители, я подхожу к патрульным полицейским, к водителю и пытаюсь как-то начать диалог, почему он сел за руль выпивший. Я говорю, так а что, я выпил два бокала шампанского, там, ну видно, что не два бокала шампанского, ехал, никого не трогал, 60 км в своей полосе, почему меня остановили? Понимаете, логика водителя то, что он сейчас будет ехать и останется безнаказанным, если он не будет нарушать правила дорожного движения.
А пункты трезвости уже население будет понимать, что их могут остановить, чтобы проверить на алкогольное опьянение, понимаете? И это очень правильный, очень эффективный и европейский инструмент для борьбы непосредственно с п'янством за рулем. Ну, от з приводу цього ще народні депутати зареєстрували, можливо, це цей законопроект, також 7064, який також суттєво підвищує покарання за водіння в п'яному вигляді. І в пояснювальній записці до документа автори вказали, що смертність на дорогах України, вона в 106 чоловік на мільйон жителів. І це вдвічі більше, ніж в Європі. І щодня в Україні в результаті ДТП гине більше 10 осіб. Ще не менше 100 отримують важкі поранення. І при цьому саме 37% всіх таких ДТП відбувається через п'яних водіїв за кермом. І парламентарі пропонують карати таких п'яних водіїв. Якщо потерпілий отримав такому ДТП важкі поранення, позбавленням волі на строк від 8 до 10 років. Наразі взагалі в нас немає кримінальної відповідальності, якщо там немає смертності, так? Да, і позбавляти прав на 10 років. Аналогічне покарання нетверезий вже водій понесе і за ДТП, яке вже привело до якоїсь там загибелі одного або декілька осіб. Чи зможе от кримінальна відповідальність виправити таку ситуацію? Безусловно, сможет. Но здесь нужно правильно урегулировать вот все моменты воздействия. Потому что сразу же возрастают и коррупционные риски, сразу же возрастают и какие-то там схемы непонятные. Я не говорю про патрульную полицию, а про самих виновников ДТП, да, там скрываться. Сейчас вот все знают европейские автомобили, да, вот очень часто я с ними сталкиваюсь, непосредственно на рейдах. Это человек, который сел, выпивший за руль, вот явно он и шел, он шатался, он вел себя, как пьяный человек, да, сел за руль, поехал, передали полиции, только полиция включает мигалки, все, просит его остановиться, он на свой BMW, там 4,4 литра мотор, да, быстрый BMW, он просто берет и уезжает. Ни номеров, ни зафиксировать, понимаете, вот когда... Вот есть еще законопроект, который там хочет уголовную ответственность принести в зависимости от задувки в драге. Там, если промилле? Больше, да, промилле. Если там больше 2 промилле, там уголовная ответственность там сроком от 1 до 3 лет. Но опять же, здесь нужно урегулировать, понимаете? Много моментов, допустим, с момента остановки водителя, да, подозрение его, вот, патрульный подходит, должно пройти не больше 2 часов. Если проходит больше 2 часов, пока водитель там ходит, что-то нямлится, не хочет он дуться драгер, хочет он дуться драгер, причина остановки, пока выясняют свои отношения, то есть проходит 2 часа, и это уже является незаконно порядочным, да, так сказать. И вот когда урегулируются вот эти вот все моменты, тогда можно уже говорить про уголовную ответственность. Потому что патрульный не может как бы вести следствие на уголовную ответственность. Должна приезжать группа СОК и так дальше. Патрульный не может там на свидетельности как-то там работать в плане уголовной ответственности. Момент тоже драгера. Вот смотрите, остановила патрульная полиция. Да? Человек выпивший, явно, есть показатели. Он ходит, допустим, от 2 промиль будет уголовная ответственность. Он выпил там, не знаю, сколько там, 200 грамм сложного там алкоголя, тяжелого так называемого. Ходит там, пьет воду, тянет время, вот у него 2 промилле упало, понимаете? И здесь вот существует много, так сказать, незаконченных инструментов, чтобы ввести уголовную ответственность. Сначала нужно это все на плоскости урегулировать, усовершенствовать, и тогда уже можно говорить про там, поднятие ответственности за вождение в нетрезвом виде, про уголовную ответственность и так дальше. Ну, однією з ініціатив є також це підняття рівня проміли, коли можна, допустимо, сідати за руль. Це варто в нас це вводити, тому що одні говорять там прихильники, противники. Противники цього говорять, що наш народ не знає міри. Що якщо він вже гуляє, то гуляє там по повній. І там, якщо дозволять більше, ніж зараз 0,2 проміли, да, допустимо. І якщо дозволять більше, то він буде ще більше вживати. Да, розумієте, к сожалению, это не нашей культуре вождения можно поднимать промилле. Почему? Потому что у нас, если человек пьет, он значит пьет. Сейчас 0,2 промилле. Это зачем придумано? Что если ты там, я не знаю, горло попшикал там, да, каким-то спреем, оно покажет кефирно. Там кефир, да, какой-то. А если уже будет 0,8, как в Германии, понимаете, то есть этот человек уже будет употреблять алкоголь.
И чтобы там он сбалансировал, сколько ему нужно употребить до 0,8 промилле, до разрешенной, здесь очень сложно. Вы знаете наш народ, что вот. Он не может там выпить бутылочку пива и спокойно поехать домой. Я, в принципе, это нормальные вещи, что там под воздействием там, бутылки пива можно сесть за руль. Но опять же, если... Я всегда привожу пример. Если человек целый день на работе, да, уставший, в каких-то своих проблемах, вечером встречается с друзьями, выпивает там... там полтора литра пива, да, у него там вес 100 килограмм, и, пока, и будет у него там драгер 0,7 показывать и так дальше. Но усталость его и алкогольное опьянение совершенно, не совершенно, так сказать так правильно, сильнее влияют на его реакцию, на его манеру вождения, чем там угу. просто усталость, понимаете? И чем, допустимо, норма 0,2 промилле. Здесь пока что я думаю, что наши автолюбители, наши водители, они не готовы к поднятию вот это вот рамки промиль для вождения в автомобиле. От, до прикладу, як це в світі відбувається, в Німеччині максимально допустима концентрація алкоголю в крові – це 0,29. Ви казали 0,8? Да, вроді 0,8. От, за моєю інформацією, рівень 0,3-0,49 не є підставою для покарання у них. Можливо, це якісь... Може, вони змінили. Але я знаю, що от в Германії було 0,8 розрішення, в Великобританії 0,5, але там теж присутствує уголовна відповідальність, якщо більше, або ДТП там якась. Так, так, от в Німеччині так само і деградація. Якщо водій нічого не здійснив в цих рамках, то йому покарання ніякого не буде нібито. А якщо вже зафіксоване ДТП на відеокамеру, він може бути покараний на строк до 6 місяців позбавлення водійських прав. І там також йдуть вже різні градації, а вже водій з рівнем алкоголю 1,1, наприклад, карається позбавленням прав на 6 місяців і штрафом у 1000 євро. Це, наприклад, Німеччина, от мене Японія найбільше. Там в них закон передбачає не тільки покарання для водіїв, а й для пасажирів. От ти вже отримуєш відповідальність за те, що ти сів з п'яним водієм в автомобіль. І... Наприклад, кожен пасажир, який вже досяг повноліття, і він може бути покараний штрафом до 3000 доларів за те, що водій цього авто був п'яним. І, а водію самому загрожує штраф уже мінімум 8-700 тисяч доларів і в'язниця або в'язниця строком до 5 років. Ну, угу. Тут досить жорстко. Дуже жорстко. От, наприклад, недавно я узнав, що в Сингапурі, якщо у тебе небольшое, там, небольшое воздействие алкоголя на тебе, тебе просто б'ють палками. Ну, це, звісно, не демократично. Це на площі можна зробити, організувати. Так, так. Но, тим не менее, я думаю, що це ефективно буде у них, допустим, в країні. І от таким методом вони борються. В зависимості від наказання, понимаете, у нас тут багато інструментів є уйти від відповідальності за алкогольне п'яніння за рулем. Це от таких, як 2 часа время тянуть, да, с момента остановки. Угу. Потом там суд рассматривает 2 месяца, может дело по 130 статье. Ты заболел, твой адвокат заболел, там по рабочей какой-то ты уехал куда-то, все, 2 месяца прошло, дело разваливается, понимаете? И недобросовестные люди нанимают адвокатов, угу. чтобы уходить от ответственности, да, хотя явно есть доказательства, есть видео активистов и так дальше. У нас, мы не раз с этим сталкивались. Как бы я лично ездил на суды, но, к сожалению, у нас нужно вот это вот урегулировать судебную систему там за вождение в нетрезвом виде. И вообще там по КУПАПам нужно изменить там точные изменения, чтобы там это все правильно довести от, до... Так як ви спілкуєтеся з правоохоронними органами, чи бачите ви бажання це змінити з їхньої сторони, зі сторони держави? Чи це ну, просто... Ви допомагаєте їм класно, а далі? Поліція теж за змінення, за правильне змінення, розумієте? От наш народ... Как он? Вот у него есть какой-то стереотип, допустим, с гаишниками, да? Вот гаишники раньше стояли с палками, останавливали всех, брали там по червончику и отпускали дальше, да? Там даже не, если ты не нарушаешь. Но опять же, если так думать, что было раньше, то не будет никакого прогресса, понимаете? Вот сейчас вот, вот я всегда привожу пример. Если едет как-то подозрительно там автомобиль затонированный там 90-х годов, затонированный вообще в ноль, не видно, кто там едет, да, с него играет там громкая музыка, ну и там, ну видно, что там какие-то лица уголовной среды, да. И, естественно, их нужно остановить и проверить документы. Я добросовестный гражданин. Если я буду ехать, меня остановят, скажут, покажите документы на машину, и там ваши документы, слушайте, мне 2 минуты не составит туда показать и поехать себе дальше. А люди, которые ведут, как, так сказать, неправовой образ жизни, да, которые они там знают, что где-то что нарушают, или там они в розыске находятся, или машина у них не совсем чистая, они начинают вот снимать на YouTube и показывать, что причина остановки, почему вы меня остановили и так дальше, понимаете? Вот эти моменты нужно
регулировать, и донести общественности, что на самом деле полиция – это, так сказать, первый государственный инструмент, который работает с населением. Понимаете? Вот мы каждый день практически сталкиваемся с полицией. Мне важно, то ли мы их проезжаем, то ли они там оштрафовали нашего товарища, то ли друга, то ли там у нас ДТП, то ли что-то. Это первый инструмент, который работает непосредственно с нами. И потому мы к нему вот так вот скептически относимся. Понимаете? А если мы будем наоборот поддерживать, давать толчок развитию полицейской реформы, тогда и будет отдача, будет фидбэк. Патрульные будут, полицейские, знать свои права, да, то, что там остановить они могут автомобиль и проверить там состояние алкогольного опьянения, проверить документы там на подозрительные личности и так дальше. Так что здесь сам вопрос в обществе нашем, понимаете? Вот много критики идет в сторону полицейских. Подождите, вот очень часто я вижу на Ютубе ролики, там, где оскорбляют полицейских. Когда рассказывают про их семьях, про их работу, про их там интеллектуальные способности. И полицейский не может ничего при этом сделать, понимаете? Здесь сначала нужно с себя начать, как мы ведем себя, а не снять на мобильный телефон, да, как мы оскорбляем полицейским, показать друзьям, что, смотрите, мне чихать, да, хотелось на этих патрульных полицейских и на всю полицию. Вот я такой классный, и такие же друзья в комментариях еще пишут, что реформа провалена и все так дальше. Це ще момент в тому, що коли запустили тільки поліцію, змінили ми міліцію на поліцію, населення в захваті було, воно вірили. Можливо, потім якісь були такі випадки, коли самі зі сторони поліцейських, коли вони дискредитували дещо своє, не може бути все просто одразу і бути все ідеально. Так. І також наразі є інформація, що не вистачає кадрів, щоб оновити повністю поліцейський склад, і тому ми можемо бачити і старих міліціянтів у поліції. Але ви, так як стикаєтесь з цим ближче. Цікаво, чи поліція, вони склали протокол, він рухається далі, і далі він може зависнути, як ми вже про це говорили, тому що це вже не від них залежить, як там вплинути. Це бажання не тільки народу вже. Ну, здесь, по поводу, допустим, старих кадрів, да, в поліції, вони повинні бути, тому що це опитні люди. Давайте не будем всех ставить под одну гребенку, что все коррумпированные, все там беспредельщики и так дальше. Есть достаточно хорошие правоохранители, которые работали в старой системе, добросовестные и порядочные. Они с досвидом. Да, они с опытом. И потому этот опыт нужно передавать. Почему в патрульную полицию не все рвутся бежать работать? Потому что у них достаточно, в принципе, кадров, но немножко есть недобора. Почему не хотят люди идти? Потому что они понимают, что он останавливает автомобиль, да, за нарушение правил дорожного движения. Тебя трехслойным нецензурной лексикой обкладывают, понимаете? Вы едете потом на следующий вызов, там бабушка говорит, что полицейские у нас ничего не роблят, достаньте мне котенка с дерева, понимаете? И здесь никакой мотивации не хватит, чтобы работать. Это мы так видим, что патрульный полицейский остановил, представился, там документ, и мы начинаем на него. А таких за день у него попадается 10 штук, понимаете? И здесь потом говорит, что полицейский не справляется со своими обязанностями или он как-то неправильно себя ведет. Да, есть в системе люди, которые неправильно работают, да, которые там и взятки брали, но против них идет работа. Я знаю, что сам начальник патрульной полиции и нацполиция, они очень большую работу ведут против коррупции в полиции, да, чтобы не было ее, они искореняют ее. И больше мотивируют своих сотрудников, чтобы они работали честно. Пытаются поднимать заработные платы, да, по возможности, пытаются писать какие-то чтобы там социальная какая-то защита была у патрульных полицейских. Но опять же, это реформа, это процесс, который должен идти. Ну, это не может быть моментально. Конечно. І ще таке, у нас така головна тема нашого сьогоднішнього телемарафону – це смерті на дорогах, як їх уникнути, як виправити цю ситуацію. І от ви бачите все зі свого боку, ви знаєте, як у світі відбувається також. От яким шляхом має рухатися Україна? От які ви бачите, крім змін законних, які обов'язково мають бути, що ще? Ну, я думаю, однозначно про європейським, тому що люди в Европе, и, к счастью, у нас уже большинство становится, они больше ответственны. Смертность на дорогах, здесь очень много критериев. Начиная от ремней безопасности, заканчивая скоростным режимом, покупкой прав, да, не проходя ни автошколу, ни учиться, а учиться по ходу дела и так дальше. Понимаете, когда все коррумпированные и неправильные моменты поубирать системы, тогда и люди начнут по-другому действовать. Понимаете, вот у нас, насколько мне известно, 60% водителей не пристегиваются.
Понимаете? А что такое ремень безопасности? Да, может быть сначала неудобно, но когда это приходит в привычку, это может спасти тебя и твоих близких. Или вот много я встречаю родителей, которые едут, и у них на заднем сиденье сидит ребенок там трехгодовалый, да, но он не сидит в детском кресле. И здесь вот эти моменты, которые человек, он не ответственный за своего ребенка, как он может правильно нести какой-то правильный помысл обществу, если он за своего ребенка не может ответить и купить ему детское кресло, понимаете? Не, понятно, что каждый человек сам себе уверен, но он не может быть уверен за всех участников дорожного движения, понимаете? Вот еще, ще такий, ну, це не міф якийсь, коли в нас люди порушують, водії порушують, коли вони виїжджають в Європу, там, в США, в будь-яку іншу країну, де жорсткі правила, жорсткі покарання, вони ведуть себе ідеально. Угу. Можливо... Потому что, вот, допустим, в Соединенных Штатах Америки полицейский долго разговаривать не будет. Если вы не показываете документы, вас просто достают с автомобиля, везут в участок, и там уже проходит следствие, вас еще могут и в тюрьму посадить. Потому или подстрелить могут. Да, или подстрелить могут. Потому водители понимают, что то, что я там буду сейчас, так называемым, выпендриваться перед полицейским, может для меня закончится чревато, и заберут у меня и машину, и могут и приписать какую-то уголовную ответственность и так дальше. Понимаете? Там люди ответственны. А здесь мы понимаем, что сейчас патруль нас завез в участок, он нас может продержать там не дольше 3 часов, да, все, мы потом уйдем, друзьям будем рассказывать, что они там меня разговаривали, я все равно ушел чистый, в суде я порешаю там какие-то протоколы или админ нарушения, и все, и пойду домой. Ну, тому сподіваємось не тільки на нашу державу, яка має працювати однозначно в цьому плані, але й на громадян. Да, безусловно. Здесь должна йти в роботу общественность в першу чергу. Государство – це всього лише інструмент для какого-то обеспечения там, правопорядка, там, законних каких-то, да, моментів. Но общество – это, так сказать, лицо всего. Если общество не будет идти навстречу реформе, тогда ничего не будет получаться. Я дуже дякую, що ви прийшли до нас у студію і поговорили про надзвичайно серйозне питання, яке важливе для нашої країни. І вже за декілька хвилин в гостях у мого колеги Андрія Глухенького буде експерт з питань транспорту В'ячеслав Коновалов. Дочекайтеся. Небезпечні шляхи.